Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь Лего-маньячка. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костя Юрыч и Энтони, и сегодня у нас будет Лего-маньячок. Привет всем, господа хорошие! Да-да-да, именно вот эту маленькую красную писельку мы сегодня будем давить на нашем монстр-танке, ребята. Вы только посмотрите на этот концепт-кар, блин. Я даже не знаю, как его назвать. Это танк на платформе монстр-трак. Это охренеть какая... Это монстр-трак, Это хихеренная идея просто, на самом деле. И, кстати, довольно-таки неплохая у него проходимость. Так что я думаю, что ты далеко от меня не уедешь, писюн мелкий. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Я тебе сейчас на своем Ламборджини или что это не Ламборджини, это что такое вообще? Так, давай посмотрим, что он сделает с твоей машинкой. Блин, лапку оторвало. Лапку, колесо твое оторвалось, ёпти. Но тем не менее, минус машина просто за считанные секунды. Короче, ребята, вы прекрасно понимаете, что Лего-маньяк не будет оставлять свою жертву в живых, поэтому твоя главная задача просто остаться в живых. Все просто. Давай, Лего-маньяк, попробуй меня догнать теперь, потому что у меня самая быстрая тачка в Лего-Сити, и я самый лучший гонщик в Лего-Сити. Не, ну у нас Лего-маньячок, короче, он в прошлом этот инженер, поэтому он как бы сам собирал свой танк. И он у него, кстати, гонит под сотку на третьей передаче. Это вполне неплохо для танка. Хотя это не совсем танк, но тем не менее... Воу-воу-воу-воу-воу. Ты чё так что упал? Я видел. Нормально. Ты не расслабляйся. Блин, а чё она такая дрифтовая, слушай? Ты не расслабляй булки, у нас же еще этот есть. Дрын. Какой? Да вот, большой. Это который? Да. Там мне все равно, я погнал. Господи, короче, бум! Просто на крышу перевернулся. А, самый большой минус этого танка только в одном. У него нету камеры на дуле, я как бы времени не терял, не ставил, поэтому так будет интереснее. Погнали. Да мы уже давно гоним, братан, ты уже полчаса меня по городу ищешь. Я тебя не искал, все это время за тобой ездил, пока не перевернулся. И довольно-таки успешно ездил, прям на жопе твоей висел. Да? А сейчас еще стрелять начну. А ты уже стреляешь, по-моему? Нет, вот сейчас только начну. Дрын вроде как нацелил, куда надо. Кстати, я бессмертие включу, дабы было этот, более устойчиво машина давай, моя. Давай, я тоже включу, ну. Ты в любом случае умрешь, если я в тебя попаду, так что без разницы. Так, где ты есть? Где-то здесь был писюн мелкий. Давай, я уже вот Лего Сити мост, ёпси. Я уже прям горю желанием, чтобы ты меня начал догонять, а то ты какой-то... Несуразный. Не, ну на самом деле он этот. Он довольно-таки прыгает высоко на своей подвеске, поэтому в повороты приходится скорость сбрасывать. Так, я тебя вижу, наконец-то. Клоп зеленый. Как прыщ на заднице просто. Ты меня клопом назвал, ты сам зеленый, слышь. Ну, я-то цвета танка. У нас, походу, этот маньячок дед советский. Ну хотя танк, я даже не знаю, основа чего. Это какой-то Абрамс, наверное, что-то типа того. Наверное, да. Господи, нифига он. Господи, что это было? У него, короче, багуется подвеска бывает, и он улетает. Да. Так, я понял. Да ты понял, что я уехал, да, оттуда? Да я только что тебя видел, алло. Алло. Ты что, по дворам катаешься, что ли? Почему нет? По центральным улицам? По центральным улицам. Блин, ну она капец дрифтовая, но она четкая машинка вообще. Не, машинка-то хорошая у тебя, но я тебя по дворам не подогоню, это точно. Ой, я не братан. Знаю, кто у тебя издевался, но у меня пушка стреляет вообще по воробьям, я хер его знает, как она работает правильно. Пушка по воробьям стреляет. Это что-то новенькое, слушай. Блин, без прицела, конечно, на пушке такое себе. Ой-ой-ой, блядь. Чё за херня, подожди. Эй, у меня двигатель расслоился, слушай. Ну правильно. Алло. До свидания. Блин, ну почему так сразу-то, а? Вот так вот сразу надо было. Блин, оказывается, слишком быстрая машина для этого моста, на самом деле. Не, ну это да, но ты сам говорил мне, бери быструю машину. Ну я же не знал, что у нас так. Я взял быструю машину. И еще и дрифтовую. Ну короче, она расстоилась жестко с одного выстрела. Ну да, в принципе, как и робопатруль, тут в принципе мысль одна. То есть главное попал и убил. Этому городу нужен новый герой. Это Скорпион. Кто это? Скорпион. Кого? Сейчас увидишь. Какой Скорпион, ёпси? Ну-ка иди сюда, Скорпион, я тебе покажу, здесь один герой. Ты не один тут Лего-маньяк.
Господи. А вот я в здании застрял. Я не знаю, что я дулом делать. Застрял в здании. Комарик в жопу кусил. Это что-то новенькое, короче. Да я в зате. Начинается. Слушай, я просто ради интереса... Блин, я хотел тебя под жопой проехать. Пролететь просто. Ладно, я тебя троллить буду. Ну так мы сейчас только поняли, что быстро не надо брать, а ты зачем-то опять его взял. Да я тебя троллить буду. Так, где ты? А куда ты уехал? Только что здесь был. А самое интересное... Ну, далеко я явно не мог уехать. Вот так я вот о том же. Что ты делаешь? Я на своем веку. Окей. Ай, больно. Маленький клоповник. Ой! Все, дотроллился. Господи, я аж в космос улетел. Охренеть, вот это скорпион. Вот это настоящий мегаполет. Вот это троллинг, да? Бах! Ну так, а ты что думал? Вот это ты дотроллился, братишка. Так, короче, ребят, вот такой быстрый заезд, и мы сейчас возьмем еще одну машину и еще раз продолжим. Ну все, друзья, похороним сейчас мы этого Лего Монстр Трака. Звучит довольно-таки многообещающе, но интересно, что ты там взял. О, да, ты будешь удивлен. Удивлен? Я не знаю. Я сам охерел, что я взял, что это такое вообще. Не знаю, не вижу. Интересно, он разбивается, если упадет в дырку? Короче, эта херня явно не едет, но она явно большенькая такая. Бум! Я, короче, проверил на прочность только что монстр танк прыгнул вниз. Нету прочности у него, от слова совсем. Нормально. Печальненько. Так, хорошо. Я не знаю, что там за песосину взял. Надо тебя, главное, найти. На песосину, которую ты точно должен найти, увидеть хотя бы раз... Хотя бы раз увидеть? Звучит стрёмно, на самом деле, хотя бы раз увидеть. Ну, потому что она тебя сразу угандошит. Да? Ну да. Что там, Рата взял? Рата, ёпти. Так. Да не Рата это. Это обычный грузовик. Вопрос теперь только в том, в какую сторону ты едешь, потому что если мы сейчас по кругу друг за другом будем кататься, будет веселая карусель просто. А ты меня догонишь по кругу. Может быть. У меня он едет 20 км в час. Что ты там взял? Да охеренная тема такая. Это я уже предвкушение, я просто карьер, даже... Карьер, карьер. Карьер. И еще один карьер. Вот, салам алейкум, ебзи. Наконец-то ты нас увидел, старичок. А что это за говно-то? Это какая-то фура. Это какая-то фура с прицепами, и мы везем тушеночку. Тушенка? Да еще с твоей печенью. Деликатес. Давай. Слушай, я так неплохо издалека попал. Прям открывашка. Господи, ты ехать будешь? Так. Я чувствую, что этот концепт-кар нужно дорабатывать. Концентрат. Да. Джон Сина, мать твою! Это что за херня ты здесь делаешь? Алло. Алло, я тебя не приглашал сюда, слышь? Он просто напрыгнул нахер на него. Да похеру, мы все равно. Давай я тебе помогу, оценю. Давай, помогай. Господи, я стреляю непонятно куда, под себя. Помогай, мне все равно тачка едет. Ну все, оценил. Ну все, я поехал. Давай. Поехал. Увидимся в Комарово. Комарово? Ты не доедешь до Комарова, братан. До второго. It's John Cena. Матерь божья, а. Вот что давит он эпично, конечно. Эпично, да. Охереть надо. А ты-то где? Да вот он, валяюсь рядом с рельсами, живой. И убегаю теперь. Помогите! Помогите мне! Я лучше сам самоубийца. Вжу. Боб самоубийца. Нормально. Хорошо летел. Нормально. Ну что ж, в принципе, здесь все было понятно сразу. Конечно, быстрые машины против данной постройки, это прям мама не горюй. Кстати, смотри, у него колесо застряло между подвески от твоего танка. Да ладно.
У меня нормально все. Охренеть, у меня прям колесо застряло прям между подвески передней. Это так эпично смотрится. Вау. Вау, нифига ты прыгнул. Это колесо вылетело. А у меня все на месте, жестко. У тебя, прикинь. Да. Не, не мое колесо, а твое колесо. Твоего грузовичка колесо у меня застряло в подвеске. А у меня не было его. Ты, наверное, с собой его забрал на тот свет, я понял. Да. Что ж, ребята, вот такая, короче, у нас сегодня была погоня Лего-маньячка за жертвой. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока-пока. До скорой встречи, ребята.